bum. Pick up the water I'm putting down. Ooh, baby, I'm still handin'. В эфире Life News. И с вами Везунчик Петр. Мы все недавно переехали в новый город из-за того, что старый наш любимый город был уничтожен во время зомби-апокалипсиса. Сегодня речь пойдет о первом нашем дне в новом городе. После переезда необходимо было пройти повторную регистрацию. Для этого жителям необходимо было заполнить бланки со своей историей, сфотографироваться на паспорт, пройти медосмотр, сдать экзамен на знание законов города и зарегистрировать свое жилье. I'm busy 24 hours a day. I fix broken hearts, I know I really care. А вас как зовут? Колгас. Колгас? Колгас. А вы к нам откуда прибыли? Из столицы. Из столицы? Из столицы. А как там? Я слышал на самом деле, что как бы маленькие города, на них же было нападение совершено. Поэтому... И все как раз в столицу перешли. Чем там плохо? Постепенно люди присылают агентов для того, чтобы подавить как раз в маленьких городах мародерство и различные род преступности. Я один из таких. Хорошо. Только не разглашайте мою фамилию, просто называйте меня Сол. Договорились. Кстати, мы когда переезжали, был украден документ. Документ по долгам. Вот, но мы обнаружили некоторые фотографии, вырезки из газет, вот, они сейчас перед вами. Поэтому, если кто-то из этих людей вам будет знаком, я прошу тогда как-то направиться в полицию. Мне кажется, вот именно вы тот человек, который можете помочь нам. Потому что вы из столицы, я думаю, вы точно умеете разбирать лица и все остальное. Вот, но это не срочно, это не срочно. Ну, просто возьмите на заметку, хорошо? Потому что у нас легавликов не так много. Да, да. Пока мы сюда были, еще кто-то у нас часть денег украл. Вот. Сейчас придется заново печатать. Вот. Поэтому. Или отвезти, чтобы не дать вам. Очень хорошо. Деньги. Все, я надеюсь, что вы возьмете за это дело и. Обязательно. У вас прекрасный город, буквально в коридоре. И моего охранника напал. Один человек. Не хотите ли оформить кредит? Нет, спасибо. Пожалуй, не буду. Хорошо. Я уже написала, что разлетал. Так, это где банк. Был? Где был? Кто? Где был? Куда идешь? Я сейчас иду в полицию. Ты что прошел? Я прошел у тебя историю, там быстренько написал. А у меня что было? Фотка. Фотокорреспондент, наш главный, я тебе забронировал журналиста. Так хочу мэром работать. Ну, потом, короче. Окей. Сейчас пока, удачи! Все жители стояли в огромных очередях. Предприятия работали очень медленно и непродуктивно. Ну, разумеется, кроме нашего новостного агентства, которое отвечало как раз за фотографию в паспорт. У нас все было сложено и четко. Особенно медленно работала больница. Главный врач Дон Енот, несмотря на свою и так не самую лучшую форму, обедал несколько раз в день. Из-за этого его предприятие останавливалось, и люди стояли в жутких очередях, ожидая его. Ой, боже, я как раз вас ищу, мне нужно спросить вопрос. Вот, да. Вот тут, я долго историю пройдите, пожалуйста. Да, пойдем, конечно. Мне очень срочно вопрос спросить. Конечно. Тут вот свой. Я благодарю вас. Да, проходите. Следующий. Добро подкрасьте. Да, Да. Вы присаживайтесь, да, сейчас долго будет процедура заполнения бумаг, да. Итак, расскажите себе, как вас зовут? Адольф. Адольф, очень приятно. Так, адрес. Помните свой домашний? Да. Бульвар Воробушка, 11. Хорошо. А вес свой можете мне сказать? 3 тонны. Молодочок, вы хорошо чувствуете? Да, 3 тонны? Да. Может, вы перестанете надо мной издеваться и нормально скажете свой вес? 62 килограмма. 62 килограмма? Да. А что не 62 тонны? Вы соображаете? Вы куда хватите поступить работу? Хватит.
я хочу поступить в больницу. Вы понимаете, что в больницу у вас не тренируется, у вас отклонение. Вы говорите, 3 тонны на ваш вес. А рост, вы мне скажете, 10 километров? Вы негодны. В полиции тоже были очереди. Однако там делали все, чтобы они стремительно уменьшались. В суде и администрации было так же. А на какой срок у нас мэр избирается? Евгения. Я думаю... Может быть, он избирается раз в год или раз не всегда. Ну вот смотрите, вы можете ознакомиться и сказать точнее, насколько у нас мэр избирается. Ознакомившись, я узнала, что мэр в нашем городе избирается на неопределенный срок. Не обошлось первый день и без происшествий. Из достоверных источников известно, что в полиции завели уже 5 дел. До нас дошли детали 2 из них. Первое – нашумевшее дело о нападении на человека, который стоял в очереди в банк среди дня. Некто подбежал к пострадавшему и набросился на него с кулаками. Рядом находились жители, давшие впоследствии свидетельские показания. Они же и попросили срочно позвать полицию на место преступления. Нападающего задержали и до выяснения обстоятельств посадили в тюрьму. Потом его отпустили за недостатком улик. Коля, жди. Все. Первое нападение. Это, что произошло? Что? Что произошло? Довольно дело. На меня напали и еще жалуются. Да. Представляете? Подожди, а почему напали? Почему напали? Не знаю, потому что мы стояли в очереди, чтобы зарегистрироваться в банке, и на меня напали. А потом подали заявление на меня. Второе дело завели из-за растянувшейся кофточки пострадавших. Случилось это, кстати, как раз из-за спора в очереди, кто же пойдет следующим. Первый день в городе Лайф оказался насыщенным. Все прошло далеко не так гладко, как планировалось. Жители остались недовольны длинными очередями и медленной работой предприятий. Их испугала всколохнувшаяся преступность. Но все граждане смогли пройти нужные инстанции и получить паспорта. Также можно отметить быстро реагирование нашей полиции. Смели, чем вы наступаете? Что, мне нехорошо. Я честно без понятия. Ваши напитки было что-то отравлено. Да все, что мы... Единственное, что мы ели и пили сегодня... Как, что не так? Это отравленный морс, это просроченный. Фу, отвратительно! Я вас очень не хочу огорчать, но я его пью весь день. И как видите, со мной все хорошо. И более того, я комиссар, что их будет делать весь день. Этого аппетита, сэр! А в чем тогда проблема? Вам ладно. Вам стоит сменить бедпункт, а не к нам, если вам так плохо. Мы будем наезжать. Нам остается надеяться только на исправную работу городских предприятий и добропорядочность граждан. Также у нас есть газета, она необычная. Ее можно вертеть, и текст будет всегда удобен для вас расположения. И это был Лев Ньюс. И я, главный корреспондент The Production, Безумчев Петр. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. If your broken hearts need repair.